Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Всего лишь неделю назад я была вот в этой теплице и показывала вам, что рано высаженные растения у меня были зеленые, такие хорошие, сочного зеленого цвета, а рядом стояли желтенькие, хиленькие. Я снимала видео под названием «Что сделать, если растение, ну как рассада, желтая и хилая?». Ну и вот прошло лишь всего 5-6 дней. Сейчас вам покажу. Я вам говорила, что не нужно ничего делать, нужно подождать. Она сама придет в себя. Вот, видите, вот та рассада, которая была желтенькая, хиленькая. Цвет листа изменился, она намного увеличилась, распушилась. Если при посадке добавлен перегной в грядке, не нужно ничего делать. Даже если у вас хилая, желтая, такая тоненькая рассада, через неделю она придет в себя и распушится. Смотрите, какая яркая, насыщенная окраска листьев стала. Все. Они все зацвели, расправили свои листья, нарастили новые, вот это уже новые, уже многие с завязями. Так что, если вы высаживаете, как я уже говорила, в связи с погодными условиями, мы не могли рано высадить. Тут были холода и вообще была плохая погода. Рассада томилась в стаканчиках, пожелтела, вытянулась. Но как только я ее высадила, она сразу приняла, ну, как соответствующий вид. Так что, если у вас желтенькая, слабая рассада, не расстраивайтесь. Просто при высадке добавьте перегноя, заправьте удобрениями, полейте хорошенько. И за неделю она придет в себя и будет вот такой у нее цветущий, красивый зеленый вид. Все, вот этот видеоролик как подтверждение тех моих слов, что делать ничего не надо, подождите, она сама выправится. Вот рассада красавица стала. Зеленая, яркая, листья сочные такие. Все, до свидания.